Саш, а чё мы паримся? Убегать вот эту вынимаем. Ради бога, ребята, это же советская система. Хорошо, не вопрос. Поднимайте, вы не просите. Да ладно, ты прямо сам. Пэм, корчек. Чё, так у тебя? Сейчас спрыгнем. Ты бы на ней поехал, кто-нибудь там... Не едет, мам, а едет, ты что, ее ты еще там. Нет, я имею в виду, швеллера не едут. А ну обязательно вот был сюда, блин, да? Ты куда? Она со скосом, вот в чем дело. А это? А это без скоса. Слышите? А это вообще их сюда кто-нибудь ставил, да? Это вообще не лезут. Что теперь делать? Ну этим поднимать и все. Резинку найдем, вырезать, не знаю, быстро. Кусок болта сюда вкрутить, болгаркой оперить. Не понравилось, положение, в исходное положение. Ну вот это я понимаю. Я его в исходное поставил. А, все. Во, здесь раз красная ручка, два красная ручка. И они, конечно, законтрены. Они еще не в правильном положении. А там это, что-то это с автопилотом. Азотная система. Да, это азотная. Так что, что-то. От шасси! Вышли все! Стало и выходить получше, по-моему. Ну а почему на «Голубой мечте» хватало, а здесь не хватает? Не знаю. Станция-то та же. Электричество, что ли, другое? Температура, жидкость. Там, когда гоняли, тепло было? Там, когда гоняли, было, ну, мне кажется, не сильно теплее. А в баке жидкость, посмотрите, что там происходит. Нормально? Потише. Так, а створки почему не закрываются? У нас что их закрывает? Вот створки почему не закрываются? Я что-то не понимаю вообще. Механика. Возможно, там эти самые, как у пружинки какие-нибудь ослабли. Просто я думаю, что-нибудь подкрутить, и все, они будут собираться до конца. Чуть веселее было. Хотя, ну да, динамика получше. Цилиндр ревет. Уже во второй половине хода. Или клапан такой. Ну, во всяком случае, вот так вот тут звук идет. Да. Насчет источника я согласен. Если, не, кстати, не твое подполье. Красный на выпуск. Вышли все. Отшасси! Ужас, блин! Шайтан Арбат, да, Саша? Кошмар! Вот тяги, тяги.
потому что диаметр цилиндра не сильно велик. Что такое 25 на эту площадь? Ничто. Ну по не, по ТУ должно начаться. На заборе тоже написано. Утекает потихоньку из ручного насоса. Это когда водопроводная система потихоньку утекает. Тут надо еще найти где. Да, да. Ну что я тут сижу, давить, чем делать уже? Ну на выпуск пойдем. Че? Ну что, выпускаемся? Выпускаемся. А, выпускаем. От шасси на выпуск. По основным ногам мы укладываемся. Ага. Передние ноги надо смотреть. Ну, открывайте створки.